Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписки. Подпишитесь на канал, поддержите, пожалуйста, автора. В общем, как истребить любой сорняк? Вы, наверное, устали уже искать такие ролики, информацию. Хочется, чтобы путевое видео посмотреть, как это сделать. Но я вам подскажу, как можно уничтожить любой сорняк. Свинорой там, борщевик, да что там свинорой, борщевик, амброзия. Это обычные как бы сорняки, которые можно уничтожить. А вот поросль там посложнее, химия посерьезнее нужна, но вот только не с таким средством. Такое средство уничтожит все полностью. В общем, делаю я так. В общем, берем мы эссенцию. 70% нужно сделать, чтобы уксус был 30%. Ну, соотношение, я думаю, вы сами там рассчитаете, сможете сделать, разбавить. В общем, сделаем на 5 литров уксуса 30%. Добавляю моющее средство, в общем, 100 миллилитров. Этого достаточно для прилипания. И когда вы будете обрабатывать, в общем, суданка, борщевик, березка, без разницы, погорит все. Таким способом легко и просто уничтожить весь сорняк. Абсолютно весь сорняк уничтожится, он погорит просто. В общем, таким вот способом люди делают. Так что рекомендуем. Есть еще там соль добавлять, ну, незачем, можно и так все сделать, и все будет у вас хорошо. Подписывайтесь на канал и всем пока.